поставлено малышей инфицированных. Из этих пятерых один ребенок. Значит, двое взрослых на данный момент тоже уже отпущены после обследования и оказания им помощи. Медицинской. Двое взрослых с закрытой черепно-мозговой травмой с сотрясением головного мозга оставлены в травматологическом отделении. Ребенок после обследования был взят в операционную, где была выполнена первичная хирургическая обработка стоп. Вот. И после проведения мобилизации по согласованию с детской травматологической больницей номер 20 города Москвы клиникой Рошаля был переведен туда на дальнейшее долечение. Вопрос есть? Нет. Вот говорят, что оторвали ногу ребенку. Я же вам сказал, ногу не оторвали. Значит, многоскольчатый открытый перелом левой стопы, который требует высокотехнологической медицинской помощи. В связи с чем после мобилизации левой стопы спицами, а также наложения лангета, был отправлен в Рошалевский центр. Спасибо. Спасибо большое.